Давай. Что смотрим? А что это за яйца? Может, они прям с собаками? Да нет, Зак, я думаю, это просто коробка яиц. Нет, да. Ну я вообще, а где там? Конфеты вон там, наверное, разобрали. Опоздали, да? Что, уже разобрали Пасху? В общем, мы сегодня в центр. Готовимся немножко к Пасхе. Ну, в смысле, мы готовы, но мы хотели еще больше доготовиться. Подождите, а в углу там конфет не было? Сейчас развернемся. В общем, мы хотели купить сладостей. Конечно. Жек, конфетки, а вот это вот что за спальня? Давай посмотрим. Подушка. Подушка, которая помнит форму. Ну, в общем, зайка, вот конфетки здесь, в этом углу. Как-то их... Мало? Ну, наверное, расхватали как-то в этот раз. Не зайчиков, все шоколадных. А зайчики могут быть там дальше. Ну, смотри, мелких вот здесь. Да? Я не вижу ничего, что можно... А вон фиолетовые зайчики. Не интересуют нас? Или розовые? Понятно, мне не нравятся такие. И все, и очередь в отдел. Так, что там мы увидели новое? Хотим, наверное, посмотреть. Какие-то, блин, оно тяжелое. 657 грамм. Сегодня будет интересная какая-то вкусняшка на распаковке. Обязательно. Так. Набираем кетчуп. И пошли в конфеты, Зай. Пошли в конфеты. Подожди, а вон там вон что-то мини-хитс. Пойдем посмотрим, что это такое. А это с тыквенным чего-то. А с тыквенным мы не хотим. Ладно, давай по этому ряду пройдемся, а потом уже мы возьмем вафельки ореховые вкусные. А какие это тогда? Ореховые и шоколадные, но не вот эти. Вот эти вафельки мы попробовали. Они оказались невкусными. У них шоколад такой, как будто это сладкая плитка. Которая называлась, как там, крокодил Гена и Чебурашка, что такое было. И стоила, по-моему, 37 копеек она. Кто помнит? Так, а я не вижу. Кто помнит, пишите в комментариях, сколько стоила сладкая плитка. А эти я не хочу. Не надо, Зап. Я хотел именно какие-то определенные. У нас же не целят. Ты стремлена и нацелена? Давай брать что-нибудь новенькое, интересное, пробовать. Чего она орёт? Пошли вот здесь посмотрим, какие-то мелкие конфетки, может, увидим. Может быть. Но это версия. Мелкие конфетки есть у меня. Мешок. Что вот на этих мушкетерах написано? Это просто на день рождения. Не то. Не то. Ладно, пойдем, Сереж, возьмем картошку. Так, сегодня мы покупаем еще на пробу вот такой вот Energy Drink. Потому что V8 нам не понравится. Ну, в смысле, мне не понравился. Какой-то он сладкий сок в баночке. Ничего в себе не несущий. Что идем брать? Картошки. Идем за картошкой. Бананы? Возьмем пару штук. Зацепим. Что еще? Груши? Сколько что почем, какой хоккей с мячом. Так, возьмем бананы. Бананы по 49 центов за паунд. Опа. Берем. Раз, хорошая веточка.
две хороших веточки. А что по грушам не так, зайка? Ну, не попьем. Не берем, значит. Поехали куда? О, мне надо это, канталупа. Моя любимая дынька для салата. Вот она где прячется. А где у нас цена? Ну вот она, $1.99. Берем. Так. Идем дальше. Я здесь. Маришка зацепила картофан. И чесночка. Что там у нас в картошке? Сколько на нее? $1.99. За 4,5 килограмма. 10 лб. И чесночок тоже за доллар. 5 головок. Угу. Зацепили вот такую вот ветчину. Дома покажем, что она из себя представляет. Ну, так, по-быстрому это... Наш младший сыночек Сашуля любит ее, скажем так, вместо докторского колбасола потащить. Да, да. Скажем так, это можно сказать такой типа аналог, да? Ну, она... Похоже. Не знаю, нет, здесь в принципе нету, чтобы... Не, ну она ветчина, конечно, она не колбаса. Ну, просто он иногда любит ее заточить. Куда идем? А я заехала... А все, я больше ничего. А оливки закончились. Так пошли за оливками. Да, пошли. Смотри, какие модные перчатки. Ага, красивые. Пошли. Рабочие перчатки резиновые. Держалка, салфетки, что ли? Вонючки, в смысле. Так, идем за оливками. Китай мы не знаем. Оливочки. 4? Угу. Резаная картошка консервированная. А? Резаная консервированная картошка. Резаные консервированные бурачки. Резаная морковочка. Раньше вот этого не было, Заки. Слышишь? Сладкая картошечка. Да нет, точно не было. Смотри, цельная картошка консервированная. Зай, смотри. Угу. Раньше у нас этих банок здесь не было. Прикольно. Еще свекла такая. Резаная. Много нового? В магазин прибыло очень много чего-то нового. Да, пошли сироп возьмем. Что ты еще новое видишь, Зай? Смотри, здесь же не было этих таких банок этого. Ореховая паста. А вот всякие джемчики вкусные. Варенички. Клубничная, очень вкусная, кстати. Практически как домашняя, можно сказать. А вот смотри, какая маленькая паста. Интересно. Пошли за сиропчиком. И майонез, я чуть не нашел. Это нам майонез там сказал вначале. Нам нужен кленовый сироп, правильно? Угу. Потому что Сашка с кленовым сиропом ест оладушки. Будем брать, что будем брать? Не, будем брать? Не будем. У нас сладостей хватает. Вот такой вот кленовый сироп. 99 центов. Я не думаю, что он кленовый прям, он просто написано, что там. Мы какой-то кленовый покупали, это не кленовый? Кленовый мы покупали на костке. В костке? Так надо в костке кленовый купить. А вот мы смотри, тут еще какие-то... Вот такое я взял, а вот такое я не взял. Какие-то шоколадные. И эти большие. Ой,
Что на регулярной основе большие? Ну, большие не берем? Что, на кассу? Майонез. А, майонез? Это ну, вон. Кажется, не хочешь? Так а для чего нам майонез? Ну, потому что в Антоше я делал горошек, и этот майонез, который у нас дома есть, мне не особо нравится. Так давай купим там, где мы его всегда покупаем. То есть сегодня же не будет хороших делать. Может быть, что-то хочешь? Зай, когда собираешься горошек делать? Не сегодня? На следующую неделю. Ну, так будем там, где покупаем свой, купим. Мне очень нравятся вот эти веночки из желтых. Тебе нравится? Да. Что они в магазине остаются? О, да, я следую. Ты иди на кассу, я принесу то, что мне нужно. Давай. Двигаем, короче, на кассу. Еще мы быстро нахватали вот таких мини всяких шоколадных конфеток и мамбу для того, чтобы наложить пасхальные яички, которые мы будем наполнять через пару дней, да? Ну я буду в субботу ночью работать. И еще мы взяли вот такие вот ватные диски доллар и вот такие три замечательные пилочки тоже доллар. Итого у нас получилось в центах. Ну, если мы про еду только говорим, то 20, наверное, 5, а если а все вместе... всего получается? Всего вместе 28-12. 28-12? Ну, наша цель, как бы, мы про еду все время говорим. Сколько ну, на еду себе. В общем, всего 28-12, минус доллар пилки, минус доллар диски и минус 20 центов. Получается, еда ровно 26 долларов. 27-90 там. Короче, вот так. А вообще, я думаю, Сереж, нам нужно записать видео, да? Ну вот сколько семья еще тратит, все-таки нужны пасту покупать, и шампуньку, и там всякие моющие, бреющие, да, натирающие. А, сегодня у нас еще очень интересный момент. Сейчас мы его покажем. Мы были сегодня в аптеке и получили чек на 2 экстра бакса. То есть это 2 доллара, которые можно потратить, было, купив что-нибудь больше, чем 2 доллара. Но, Сережечка, я тебе скажу, что, возможно, мы... Все-таки там у нас не литр в нашей бутылке, а 2, наверное, вот этот большой. Нет, так это не важно. Смысл о том, что мы сейчас покажем, что мы купили. А, ну ладно. Вот. Да, сейчас перевернемся. В общем, получили чек на экстра 2 доллара и купили вот такое средство. Оно стоит... Тебя видно? Две бутылочки. Подожди, сколько стоит одно? Одно там не написано. Одно стоит 3,69. А, одно 3,69. Короче, фишка какая интересная. Сначала на кассе мы получили чек на 2 доллара. Мы пошли его отоваривать. Что же купим? Что же купим? Походили, походили, увидели средства. Бутылочка стоит 3,69. Если покупаешь одну, вторую получаешь в подарок. В результате мы купили две бутылочки за $1.69. Да? Да. Поэтому все экстра... чеки, экстра подарки, экстра проценты. А, так это надо собирать, надо смотреть внимательно, читать. И что самое интересное, что когда мы купили это, нам дали еще один чек, в котором написано, на следующую вещь вы можете получить скидку 30%. Чек имеет срок годности неделю. Так что, в общем, когда выходишь из аптеки, то из нее, в принципе, можно не закончить выходить, потому что на каждый чек они дают какой-то новый чек с экстра долларами или экстра скидками. Ну, вот такие маленькие лайфхаки. А вы были на канале... Наша жизнь в Америке. New Life It's My Life. Очень хитро Маришка решила заинтриговать всех, на каком же мы были канале. Подписывайтесь, подключайтесь, ставьте колокольчик, не забудьте... поделиться с друзьями в соцсетях. И до встречи. Бай-бай. Пока-пока.